Шалом! Сегодня мы поговорим про Маген Давид. Щит Давида. Он сделан в виде шестиконечной звезды, которая возвышается над синагогом. Вот этот символ используется часто в различных еврейских церемониях, ритуалах. Маген Давид был с нами в радости и сопровождал нас в горе. Есть много комментариев, откуда вообще появилась вот эта звезда Давида или щит Давида. В Торе несколько раз упоминается «Я щит тебе, ани маген леха». Когда мы благословляем после чтения Торы перед второй, мы тоже говорим «Маген Давид». Но что кроется под этим символом? Многие комментаторы говорят, что семь наших праотцов Авраам, Ицхак, Яаков, Моше, Давид, Арон и Шломо – это те семь наших святынь, которые символизируют собой шесть концов и посредине Давид. Давайте откроем с вами 121-й Псалом. «Поднимаю глаза мои к горам, откуда придет помощь мне?» Помощь мне от Господа, сотворившего небо и землю. Он не даст пошатнуться ноге твоей, не будет дремать страж твой. Нас охраняет Господь, и все это запечатлелось на шести концах вот этого щита Давида, вот этой шестиконечной звезды. От шести основных вещей охраняет нас Бог в этом мире. От греха, от преследования народов мира в диаспоре, от мысли, которые могут привести к искушению, от козней дурного начала, от природных бедствий. Дикие звери, в наше время, например, разбойники и дикие звери могут быть террористы или разные нехорошие люди. И вот во всем этом нас охраняет Господь, и все это запечатлелось на шести концах вот этого щита Давида, вот этой шестиконечной звезды. Один из моих учеников дал свой комментарий. Очень интересно, на мой взгляд. Шесть вот этих видов охраны символизируют собой шесть тысячелетий, когда существует этот мир. Мы знаем, что седьмое тысячелетие – это уже будет эра Машиаха, когда уже нам не понадобится вот эта охрана. Так пусть же всех нас хранит Маген Давид. Шалом, шалом.